ходу этого регулярного чемпионата. Он тоже очень имеет большое значение для Ульма, для Якилаковича, который является главным тренером в этой команде. С 2019 года возглавляет Ульм Лак. Браться в счете еще ближе. Камар Болдуэн, вот я не сомневаюсь, что он очень большие минуты получит по поединку. Говорил в частности о том, что нужно в первую очередь остановить Камара Болдуэна. Камар Болдуэн более 20 очков в среднем набирает. Год он провел в турецком Тюрктелекоме и набирал 6 очков. А сейчас вот в позициях, когда раскачивает защитника, у него очень высокий прыжок. И как раз пользуется он этим. Атакует со средней дистанции. Не получается там его накрыть. И уже играл раньше за Гёттинген. В 2018 году у него с супругой родилась дочь, и он завершил игровую карьеру двузначной разницей. Гарольд Фрей, 97-го года рождения этот игрок, со средней реализует брос... И позиционная атака Гёттинген Вайлетс. Последние две минуты первой половины встречи пошли. Роберсон получил мяч под Фелисио. Не побоялся залезть под громадного бразильского центрового и перевисел его. Два очка набирает сыном Джона Стоктона, Дэвидом Стоктоном. И вот такой баскетболист был Роберт Сакре. Может, кто помнит, играл за Лос-Анджелес Лейкерс. Очень там активно всегда махал полотенцем, устраивал танцы. И очень мало игрового времени получал. Ну что... Гарольд Фрей. Два маленьких. Играет Роэль Мурс. Находит контакт с защитником. Еще раз давайте смотреть повтор. Молодой и горячий Гарольд Фрей против опытного Пьера Гюнтера. Уже не первый раз в этой встрече. Злой гений для Ульма. Гарольд Фрей. Главный герой первой половины этой встречи. Как раз при нем вот этот рывок Гёттингена начался. И в итоге 29-10, четверть они забрали. Фрей 3. Ну и прямо сейчас он опять заваливает. И Стефан Браун убегал в отрыв. Фрей. Только сейчас получил он мяч. Алию будет. Бам! Сверху вколачивает Филипп Хартвич. Еще один ассист на счету. И Ульм в бонусе отправится на линию штрафных бросков. Сендариус Торнвелл. Еще раз повтор этой атаки. Класс. У него 14 очков. Это, кстати, его первые очки после того, как... Ну и вообще в составе Ульма уже есть 4 баскетболиста, которые... преодолели 10-очковый рубеж. Помимо Торнвелла, также 14 на счету Симаджа Криста. В составе Гёттингена тоже 4 игрока. Более 10, 15 у Фрея, 12 Стефан. Хорошая оборона, но все, в общем, закончилось тем, что разыгрывающего Гёттинген Вайлетс. Когда игрок приходит из второго дивизиона, Фрей из Гёттинген, в более высоком чемпионате, немецкая Бундеслига, и вот так вот забирает мяч в свои руки. И под самое кольцо полез, 2 очка набирает в проходе. 21 очко, 12 потерь у каждой из команд. И вновь с мячом Гарольд Фрей. Ой, какой пас под самое кольцо.